Доброе утро. Пока жду, чтобы остыл мой кофе, решила поболтать с вами. Я в небольшом путешествии, сейчас утро, рано. Девчонки, интересно ваше мнение по поводу мужчин-пополамщиков. Были ли у вас такие экземпляры, что вам приходилось скидываться на дорогу, на путешествие, на отдых? На еду в кафе, или даже бывали такие ситуации, что вы кормили мальчика в кафе. Как вы думаете, с чем это связано? С тем, что в Крыму женщины привыкли больше работать, меньше получать? Или это просто связано с тем, что мы себя не любим, не ценим? Не все, конечно, но многие из нас. Как вы думаете? Например, в Краснодаре я такого не заметила. Здесь женщины более уверенные, более раскрепощенные, наглые, возможно, в какой-то степени, в моем понимании. Пишите в комментариях. Пока-пока.